сделка заключена. Майк, я... Мерзавцев не наводило такого ужаса на весь город. Садака. Оружие с... До свидания. Надеюсь увидеть вас снова.
Благодаря вам мы становимся все сильнее. Надо предать мучительной смерти. У меня есть все. От традиционной медицины до современных средств. Поведение недопустимо. До нас дошли слухи. Тоже. Осторожно! Уже есть первые жертвы. Пока что там все еще небезопасно. Так что по возможности сюда нельзя. Уходи! Никаким бреднем Запада! Только в этом месяце! Закон. Повинуйся или умрешь. Боже, позовите спасибо.
Здесь рассказывает убийца. Отпустите меня. Покое. Оставь бедягу. Сражайся за правое дело, Аркадашим, а не только за жизнь. Если я смогу помогать другим, как ты помог мне, хорошо. Я знаю. Отпустите меня! Я не знаю, что происходит! Не староват ли он, чтобы так скакать? Не беспокойтесь, я буду здесь. Саюна аудиторе! Ходят слухи, что ты покидаешь нас? Обо мне все знают. Не бойся, брат. Капитан твоего корабля, друг. Но вы никуда не поплывете. Пока что. Янычары протянули цепь через устье Золотого Рога и объявили блокаду, пока тебя не найдут. И все это из-за меня? Мы отпразднуем это. Но позже. Вот небольшой подарок. Осторожно. Она в 100 раз мощнее обычных бомб. Бен, я знаю, что делать. Напряжение растет. Юсуф, стой. Un favore. Да? Одна дама держит книжный магазин в старой лавке Пола. София. Пригляди за ней. Она славная женщина. Даю слово. Собери людей. Это должно привлечь внимание.
Опять наемник. Ага. Он, видать, совсем свихнулся. Это еще кто такой? Они все вооружены! Их задача остановить тебя! Разберись с ними, а мы расчистим пристань! Греческий огонь! Соображаешь, Джетсон? Ugh!
Yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Приведите его обратно. Куда он? Вот дерьмо. Быстрее. Мы не должны его потерять. Быстрее. Отрежьте его. Тебе здесь не пройти. Приходите еще. Всегда рад служить. А ты круто берешь. Си, меня задержали. Знаешь, да? Ты знаешь, что там будет? Да, есть догадка. Ну же, Билл, ты же все доводишь до конца. Что, по-твоему, мы найдем? Если повезет, то сокровище. Если очень повезет, то нечто, что положит конец этой войне. По-моему, ты пудришь мне мозги. Шон, я понятия не имею, что мы найдем. Но что бы это ни было, оно не должно попасть к тамплиерам. Ты о чем-нибудь жалеешь, Дезмонд? К примеру. Что сбежал? Что бросил своих родителей? Что нашел идиотскую работу и успокаивал себя? Вот как это? Пытаться прожить жизнь, избегая непростых решений? Да ладно. Да, ты ассасин. Но это был не твой выбор. К чему ты клонишь? Я хочу знать. Жалеешь ли ты? Ну да. Мне жаль, что я был так резок с родителями. Надо было их слушать. И Люси. Может, все бы вышло иначе, если бы я... Я не знаю. Спасибо. За что? За искренность. Шон, ты в порядке? Ну да, конечно, я в порядке. Мы же ассасины, в конце концов. Чего нам удивляться, когда кто-то из нас вдруг склеивает ласты? Любая смерть – трагедия. Для кого-то, где-то. Мне вот что интересно. Стоит ли Дезмонд всех этих неприятностей? Кто он? Избранный какой-то? Или что? Золотой ребенок? И все такое прочее? Боюсь, что нет. Но у него очень редкий дар. В его ДНК много генов людей первой цивилизации. Таких, как он, один на 10 миллионов. А, эффект просачивания. Это связано? Думаю, да. Жаль, что не мы первыми узнали о его даре. Тамплиеры догадались раньше нас. И первыми нашли его.